Надежда живет здесь, у моря, на краю Новороссийской бухты. Любуется горами Мархотского хребта, дышит ароматами реликтового можжевелового леса и круглый год принимает гостей со всего мира. Многие знают, что гостить у Надежды совсем не обязательно летом. Хвойные рощи создают в этом неповторимом месте особый микроклимат. Благодаря ему море здесь быстрее очищается, а воздух насыщается полезными аэроионами и фитонцидами. Это усиливает эффективность любого лечения, но особенно ценно для восстановления органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Кстати, к здоровью здесь особое внимание. Но об этом позже, а пока познакомимся с Надеждой поближе. Надежда – это 20 гектаров здоровья, отдыха и бизнеса. Настоящий город со своими парками и магазинами, 4 ресторана, 7 баров, спортплощадки, аквапарк, бильярд, ночной клуб, бизнес-центр, позволяющий вести дела на расстоянии. Впрочем, вести дела здесь можно даже из лобби-бара, где работает бесплатный Wi-Fi. Крупные деловые встречи, конференции, концерты и праздники проходят в Конгресс-холле. Уникальный зал-трансформер на 1000 гостей может быть и выставочным центром, и банкет-холлом, и концертной площадкой. Для менее масштабных мероприятий здесь есть конференц-залы. А конфиденциальные беседы бизнесмены предпочитают проводить в отдельных переговорных комнатах. Для тех, кто работает даже на отдыхе, рабочие кабинеты оборудованы и в апартаментах. А самые многочисленные компании любят отдыхать на виллах. В каждом домике у моря есть своя гостиная, собственная кухня, сауна и несколько спален. А это шеф-повар Надежды Юлиан Балканский. Он приехал из Болгарии и привез с собой буйство красок и вкусов. Шведские столы ломятся от яств, но каждый гость может сделать и индивидуальный заказ. Из окон каждого ресторана открывается свой особенный вид на море. Вообще море в Надежде сопровождает тебя всегда. Линия пляжа тянется больше 200 метров, и от моря нас не отделяет ни дорога, ни пешеходные переходы. Купаешься ли ты в бассейне или наслаждаешься массажем в спа-салоне, море везде с тобой. Мастер из Индии обучил массажистов спа-центра «Афродита» искусству древнего массажа «Абьянга» в четыре руки и «Ширадхари» – уникальной процедуре энергетического обновления с теплыми травяными маслами. Профилактика болезней и восстановление здоровья отдыхающих. Именно в этом руководство комплекса сегодня видит главную задачу Надежды. Центр восстановительной медицины и реабилитации – это масштабное, современное оздоровительное учреждение. С одним лишь отличием – здесь лечат не только врачи, но и сама природа. Здесь любой гость Надежды может пройти полное обследование организма. Отделение лабораторной диагностики проводит более 180 исследований крови и всех биосред организма. Например, колпоскопия помогает выявить онкопатологию на самых ранних стадиях. Ультразвуковая диагностика на аппарате УЗИ нового поколения позволяет провести исследования не только сердца, органов и систем, но и крупных сосудов. Отделение функциональной диагностики оснащено оборудованием для электро- и ритмокардиографии, спирометрии, реоэнцефалографии. Все это позволяет за один день получить полную картину состояния здоровья пациента. Результаты анализов и заключения врачей поступают в электронную базу данных. Она ведется с самого начала работы центра, что позволяет наблюдать за состоянием пациентов в динамике. После обследования врачи составляют индивидуальный план лечения пациента. Учитывая основные и сопутствующие патологии, медики применяют все возможные методики санаторно-курортного и восстановительного лечения. Мощная терапевтическая база позволяет проводить оздоровление по 15 реабилитационно-восстановительным программам. Самые популярные среди них –
Это программы лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, программы повышения иммунитета и лечения заболеваний дыхательных путей. В последние годы стала особенно актуальна программа «Антистресс», которая позволяет избавиться от синдрома хронической усталости. Серьезное преимущество в лечении дает современное высокотехнологичное оборудование. Это аппарат высокотоновой терапии «Хайтоп», аппарат для хивомат-терапии и хрономагнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». Этот прибор подстраивается под биоритмы пациента и выравнивает магнитное поле каждого органа, восстанавливая утраченные функции. Ингаляциями лечат заболевания дыхательных путей у детей и взрослых. Бальнеологические процедуры тренируют сосуды и сердце, уравновешивают деятельность нервной системы, нормализуют обмен веществ и регулируют работу внутренних желез. Подводный массаж помогает тем, у кого проблемы со связками или суставами, а душ Шарко восстанавливает нормальную работу кровеносной системы и стимулирует собственные защитные силы организма. Устраняет целлюлит, способствует похудению и повышает настроение. В этой пещере с камином пациенты оставляют не только свои заботы, но и гипертонию, и аллергию, и бронхиальную астму, получают полное расслабление благодаря уникальному аэроионному составу, который создается при помощи соляных блоков древнего Пермского моря. Их добывают в районе Уральских гор на глубине 400 метров. А эта грязь привезена с озера Тамбукан на границе Кабардино-Балкарии и считается самой сильной сильносульфидной грязью на континенте. Она способна усиливать восстановление измененных тканей организма, оказывает обезболивающий, противовоспалительный и омолаживающий эффект. Эта грязь – мощный стимулятор репродуктивных возможностей человека, поэтому применяется при лечении бесплодия. На склонах Мархотского хребта растет неисчислимое множество лечебных трав. Любовно собранные и высушенные природные снадобья ложатся в основу фиточаев. В надежде много баров, но только в фитобаре можно по-настоящему выпить за здоровье, чокнувшись бокалами кислородного коктейля. А вот еще несколько процедур, которые пользуются успехом среди пациентов медицинского центра «Надежды». Мониторная очистка кишечника, озонотерапия, лечебный массаж. Еще одно отличие медицинского центра «Надежды» от обычной клиники в том, что здесь все врачи проходят дополнительную профессиональную подготовку по курортологии, физиотерапии и восстановительной медицине. Чтобы совершенствовать методики лечения и внедрять инновационные технологии, медицинский центр сотрудничает с Кубанским государственным медицинским университетом. Идет совместная разработка новых и модернизация существующих технологий оздоровления с использованием уникальных природных факторов, которыми обладает Краснодарский край. Также центр сотрудничает с крупнейшими клиниками Краснодарского края. В случае необходимости пациенты могут пройти лечение в одной из высокотехнологичных клиник краевого центра. В ближайшем будущем планируется развитие медицинского центра в области урологии и пульмонологии. А это значит, что здесь смогут победить самые сложные болезни дыхательной системы, которые раньше считались почти неизлечимыми. И смогут дать человеку возможность дышать легко и свободно. С удовольствием. С радостью. С надеждой. Чтобы жить и дышать, и любить, и мечтать, пусть меня не останет надежда.